при Рейне объединение. А, ну, наших с Амигдалами. Встреча. Встреча. На Эльбе. И не на Эльбе, а в городе Старгард. До старта считанные минуты. Участники квеста штудируют энциклопедию. Имена полководцев, даты самых важных сражений. Пригодится может все. Для студентов это не только хорошая возможность интересно провести время, но и проверить свои знания по истории. Во-первых, мне интересно, наверное, как историку в первую очередь, потому что я планирую потом дальше пойти обучать детей. А, наверное, во-вторых, это на дань памяти, наверное, то, что мы должны помнить этот подвиг, который совершили наши прадеды. Исторический квест «За мной Россия» приурочен к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Такие акции важны. Они помогают молодому поколению сформировать активную гражданскую позицию. В игровой форме больше узнать о подвиге своих предков, проникнуться чувством патриотизма. Познавательную акцию организует Всероссийское движение школьников и студентов. Она проходит в 45 городах страны. Всероссийский квест «За нами Россия» очень важен именно в тематику погружения для патриотического воспитания молодежи, чтобы молодежь понимала, какие битвы проходили в Великой Отечественной войне, какой ценой нам досталась эта победа. В квесте принимают участие 8 команд. У каждой есть карта местности, где указаны пункты назначения. Ребята должны быстрее всех добраться до места и верно ответить на все вопросы. А задание может быть вопрос-загадка, задание какое-то выполнение квест-игры. Победители патриотической акции получат туристическую поездку в один из городов-героев. Лариса Шлафаст, Константин Головин, «События».